Друзья, всем привет! Закрываем наш номер и будем идти на пляж. Смотрите, мы в наших рубашечках. Помните видео, когда мы скупили все в Дубае? У Наташи таких 5 штук, между прочим. Да, ну классные, защищают, конечно, от солнца. Сейчас будем пытаться найти дорогу на пляж. Оп. Наташа уже нашла, по-моему. Меня барабан убил. Я тут зацепилась. Так, все, на пляж. Снова мы вышли на раздорожье. Праворуч, странно. И ищем дорогу на Ватаму Бич. У нас есть маленькая карта, но по ней ничего не понятно. Вот, и, по-моему, мальчик на мотоцикле снова предлагал подвезти. Наташа, аккуратно, машина. Вот как интересно, у нас двоих подвезет. Тут, конечно, все втроем ездят, но Наташа, машина. Все, идем вперед на Ватаму Бич, пытаемся найти дорогу. Hello. Вот, ну, пристают так люди тут, как обычно, экскурсии. Найти такого мальчика, как в Индии. И в Турции пристают же, и в Египте, но всем заработать надо. Помнишь, мы нашли такой парень? Боже, да, у нас такой парень в Индии был классный, он звали наш прабакер. Вот то был чувак, приезжал, возил, только, я надеюсь, со счастливой судьбой, не так, как прабакер, да, как ты говоришь. Мы просто называли наш прабакер его. Кто читал Шантарам, ставьте лайк, кто не читал, почитайте и поставьте лайк, потому что офигенная книга. И мы Индию, кстати, очень любим, классная страна. Я еще хочу сказать, насколько он нам делал, когда мы не знали, где билеты. Ну как, мы знали, куда-то надо было ехать. Он говорит, ну поехали, а потом говорит, а вам билеты нужны, да? А он говорит, так а зачем нам ехать в тот город, когда мы можем сейчас на автостанцию подъехать, купить? Мы такие, ты нас не обманываешь? Говорит, нет, поехали. Кстати, Taste of Italy были там вчера. Вот. Итальянский ресторанчик. Вот, предлагают все уже экскурсии, все остальное. Да, но мы быстро идем на пляж. Кстати, про пляж почитали отзывы, там тоже и цепляются, и просят денег. Ну, вот так происходит в африканских странах. Ну, в азиатских, кстати, тоже. Если ваш пляж не в отеле, короче, вам трындец. Ну, или сейчас просто постараемся сразу занять места в каком-то шеке. Это в Индии называется шеке. Ну, просто купить зонтик и лежак, и тогда вроде как арендовать, и тогда просто лежать там, я надеюсь, в эту, ну, смотри, в эту территорию не подходят, смотри, ни продавцы, ни извиняюсь, все остальные люди. И перебиваю, подошла, подъехал парень, она сразу договорилась и ехала. Ну да, человек сел и поехал, ну не знаю, как-то в тук-туке мы еще любим ездить, а вот на мотоцикле с каким-то незнакомым челом без шлема, с таким вождением, да ну нафиг. Вот, идем уже. Водичка продается, все продается. Это мы свернули с нашей дорожки. Вот. Свернули влево от ресторана. Фруктишки, все есть. Все продается и идем. Идем просто вперед. Манго, ананасы, арбузы, помидоры. Здесь много помидоров, особенно в районе Амбаселия. Мы проезжали. Ну, может, будем идти с пляжа уже. Вот тук-туки стоят. Уже, надеюсь, вам видно. Да, тук-туки стоят, ждут. Классный транспорт. Прокатимся с вами обязательно. Кто они? А, это небольшой рынок рядом. Ну, мы таки выбирали отель, чтобы недалеко от океана, недорогой. И, конечно же, чтобы были рядом магазины, чтобы купить водички, купить поесть, купить фруктов, ну и чтобы кафе рядом были. Джамбо. Так, надо телефон хорошо держать. Я аж просто, он мне что-то сказал, и телефон рванула на себя. Думала, сейчас телефон заберет. No, why from Czech? Ukraine. Thank you. Still. No, what is your name again? Anna. 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 Nice name. Nice to meet you, Anna. Кулачок вроде нормально идет, разговаривает с нами. Ну такой, ну блин. Не кидается, ничего. Не, у нас просто большой опыт в путешествиях в таких странах. Знаем, что люди могут. Сейчас такой следующий кадр. У нас большой опыт путешествий. Следующий кадр. О, сандали, рассказывает, что здесь сандали хендмейд делают.
О, найс. Штанишки. О, картиночки. Масаи прыгают. Кстати, деревни масаев мы не посетили, потому что они были туристические. Да ну нафиг. О. Я хочу это снять, когда. Подожди, притормози, я хочу снять, тебя сопровождаю. Наташа снимает, как на. Как мы идем с Анной и болтаем. Ну что, идем? Что делают? Здесь это делают. Здесь корзиночки делают, здесь сандалики. Слушай, прикольно. Ну, не агрессивный. Белых вещей с Ришелье. Там have a look, please. No, we will, don't worry. Мы придем, конечно, интересно. Вот уже кто-то что-то скинул, уже хорошие покупатели все скидывают. Вот эти вот, конечно, женщины на ножках, мы уже говорили. И это масаи обернутые. Ох, они немножко страшно смотрятся. Но у нас дома такой уже один плакат есть. Привезли из Занзибара. О, Анна уже с Наташей идет, все. Вот такая дорога на пляж, ну прикольная. Прикольная. Наташа рассказывает, что наш маршрут и почему мы недолго будем в Атаму. Потому что уже так нормально, Найроби, Амбасели, Саво. Спрашивают, видели ли мы льва. Конечно, видели, и льва, и гепарда. Thank you. Мы завернули направо. Мужик говорит, вы что, по Гуглу ищете? Мы говорим, ну да, откуда же мы знали-то? Говорит, ну вы же не знаете это место. Ну да, это мое место. Ну не вопрос. О. Сильвия! Exactly! Так, вперед идем. Ой, малыш, ты чей? Ох, а вот и океан появляется, кажется. Уже его вижу. Ух ты, надо почитать отзывы. Может, здесь. Ну, честно, мы так думали, что... Что... Анна так... Мы думали, что Анна за деньги с нами идет, потому что очень много отзывов читали, что с вами гуляют бичбои, потом давай деньги, мы же с вами гуляли. Чувак, вы гуляли с двумя белыми бабами, двумя белыми обезьянами, это вы нам деньги должны. Мы им сразу сказали, что мы платить не будем. Такое мнение, я здесь не за денег. О, океан, друзья мои. Океан. Вон шейки где-то, вон, кстати, уже вижу, можно полежать. Ну что-то с лодочками сейчас посмотрим. А, хотя это такие лодочки. А купаться а где люди? Вообще? А где люди? Кстати, сейчас Наташа вот снимает, я расскажу. Кстати, вот говорили, что вот есть, ну, есть же три курорта. Мамбаса, Малинди и вот там. Ну так, три основных курорта. И говорили, в Мамбасе, в самом городе, аэропорт, этот порт большой и порт. Нету пляжей. 30-40 километров надо ехать. И там пляжи на троечку. Дальше Даяна Бич, пляжи на четверочку. Говорят, в Атаму это семерка. Ну, сейчас мы в семерке, ну, посмотрим. Сейчас посмотрим. Ну, это как бы хороший пляж, да? Вот, мужики что-то ругаются. Ай. Вот, мы идем. Мы идем по пляжу. Ну, конечно же, за нами все бегут уже. Простите, сейчас я посмотрю, что-то меня уже либо укусило, либо колючка в ноге. Все, уже сбросила ее. Мужик, просто отстань, дай нам насладиться. Но это еще хорошо, он хоть один прицепился. Люди писали, что просто толпы мужиков бегут. Песок белющий, классный белый песок, этим вот там мой знаменит. Очень хорошо мы даже показали белый песок в Редисоне. Сейчас скажи, он скрипит прямо под ногами. Я сейчас иду в шлепках, он скрипит. Реально классно. Честно, сейчас вот солнца нету, солнце зашло и так меня даже слепит в очках. Вам даже, наверное, сейчас лучше видно, чем мне. Да, слепит. Хорошо, что зашло. Идем дальше, я хочу... Да, идем, конечно, здесь все равно, ну, купаться-то, ну, что за куб-куб будет, вообще никакой, что в яхте, что ли. Надо идти, где люди, но людей мало. А вот, кстати, виллы, мы уже говорили, да, итальянцы в основном здесь покупают. Мы еще разговаривали, как с этим, да, покупают виллы, живут здесь и чувствуют себя очень хорошо.
Ну, поэтому здесь население очень хорошо знает итальянский, лучше, чем английский. То есть они вам говорят чао, джамбо. Ну, в смысле лучше, чем английский? Я же английский второй официальный язык. Ну, кто-то писал про Ватаму, именно был отзыв. А, ну, в принципе, да, если практики нет. Вот такая красота. Уху, Индийский океан, Ватаму, Кения. Я ничего не вижу, солнце мне в глаза. Класс, просто класс. Так, ну идем за Наташей. Уже песок такой мокрый. Хорошо, что мы в этих в рубашечках, потому что сожглись бы просто сразу. Хоть и зима, но это все-таки Африка. Тут все пишут, не шутите, не шутите. Где? Ну там, да, там лежаки, видимо, от отеля. Сейчас приближу. Ну, лежаки везде такие потрепанненькие чуть-чуть, умудренные жизнью. И мы идем с вами по чудесному пляжу. Ох, там домик такой. Кто был в Черногории, боже, забыла, там остров Стефана, остров Святого Стефана, там тоже домик есть. Все, идем, гуляем. С нами океан уже, мы дошли. Несколько пляжей есть. Не знаю, на скольких мы побываем. Честно, немного времени в Атаму. Мы здесь будем 5 дней. Но вы-то с нами будете здесь пару недель. Мы же много всего наснимаем. Поэтому, честно, хотелось бы просто после сафари прилечь и поваляться. Но, может, еще и поездим. Вы же с нами. Спасибо вам за это. Ставьте лайк, пишите коммент. Уговариваю Наташу пойти потрогать воду. А прямо уговаривать надо 3 часа, да? Так, ставим. Так я тоже тогда. Так я такая же умная, да? Вот, как Наташа говорит, мы сумочница. Так, наша сумочка упала. А помните, где мы ее купили? В Риф-Моле. За 5 дирхам. Что, класс, класс? Это рай, кто он здесь? Да? А ну? Это не парное, но боже, как оно классное. Да, классное. Вода супер. То есть даже я могу купаться. Да, классно. В Абу-Даби стояла мёрзла, в Дубае стояла мёрзла. Что со мной не так? А я сказала, что похож немножечко на остров Святого Стефана. Это наша хозяйка сказала, когда отлив, вы можете пешком дойти до этих островов. А, вот что она имела в виду. А сейчас просто... Вот что она имела в виду на английском, да? Там у неё английско-итальянское чуть-чуть. Ну, я поняла. А я, видишь, нет. Сейчас 10:30 утра. И вот в 12 чем-то будет 2,4 метра. Вот это вот прилив. А утром, надо пойти сюда утром, может даже до завтрака. Вот туда можно дойти и погулять пешком. Я надеюсь, что вам видно и не темно. Мне что-то совсем темно и в экране, и в очках. Нет, будет видно, оно просто нормально. Ты еще и в очках, знаешь... Это в каком-то было американском фильме, знаешь, старое хорошее кино. И там он, знаешь, заходит в помещение в темных очках. И там, что-то у вас очень темно. Джеки Чан. А вы... Нет, нет. А Джеки Чан, доспехи бога, очки сними. Он, значит, перепер это. Это было в 50-х или 60-х годах фильм. Ну, или может. 50-х. И он такой, знаешь, это именно фрак, эти очки вот такие, знаешь, заходят. Что-то у вас здесь очень темно. А вы не пробовали снять очки? Он такой, нормально. Вот, так что Джеки Чан перепер. Ну что, друзья мои, вот такое Ватаму бич. Ватаму Бэй Бич, вот, это один из первых пляжей, которые ближайшие к нам, ближайшие. Хитрики Наташа тренироваться начала, не верьте, это только на камеру. Что такое, верьте, Наташа? Ну вот такое видео сегодня, как мы прогуливались, как вы же были с нами. Ну ставьте лайк, пишите коммент, набарабаньте вашими симпатичными парчиками коммент. Даже если не знаете, что писать, напишите Кения, Ватаму Бич, плюс, лайк, смайлик. Все, спасибо вам большое. Обязательно приезжайте, если есть возможность. Это, ну, тьфу-тьфу-тьфу, пока страна просто. И смотрите наш канал, плейлист Кения и остальные плейлисты. Всем пока. Пока.